Как и в прошлом году, декларационная кампания проходит в двух направлениях. Первое – это сбор налоговых деклараций с лиц, обязанных ее предоставить. К этой категории относятся индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и граждане, получившие доход от продажи и сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества, а также счастливчики, выигравшие лотерею и азартные игры. Для них есть строго установленные сроки сдачи налоговой декларации. Указанные налогоплательщики обязаны представить нам налоговую декларацию в срок до 30 апреля 2007 года. Эти декларации обязательно подаются с подтверждающими документами, документами, подтверждающими доход налогоплательщика. Второе направление декларационной кампании – это представление вычетов гражданам, которые понесли расходы в 2006 году на покупку имущества, а также обучение и лечение. Они могут подавать заявление в налоговую инспекцию в течение всего 2007 года. Новшеством нынешней декларационной кампании является так называемая налоговая амнистия. Она вводится с марта 2007 года согласно новому федеральному закону об упрощенном порядке декларирования доходов физическими лицами. Суть амнистии в том, что граждане, не отчитавшиеся о своих доходах, полученных до 1 января 2006 года, могут самостоятельно исчислить и уплатить налог через банк. Налогоплательщики, не декларировавшие ранее свои доходы, имеют право самостоятельно исчислить свой налог по ставке 13%. При этом представление декларации в налоговый орган не предусмотрено. Налоговая амнистия будет действовать до 1 января 2008 года. То есть до этого срока нужно рассчитаться с государством. По итогам декларационной кампании 2006 года в Солнечногорском районе было собрано 5,3 миллиона рублей. В этом году налоговики ожидают не меньшую сумму. На данный момент налоговые декларации подали только 14 физических лиц, а всего их в районе около 1000. Руководство налоговой инспекции рекомендует налоговым налогоплательщикам не откладывать это важное дело на последний день.